Ребят, сейчас будем проверять вино на качество, сколько воды в вине. Давай наливаем винцо в рюмочку. Обычную холодную воду, ковш. Обычная водичка холодненькая в ковше у нас. До краев. О, до краев. До краев. Теперь ставим воду. Ставим воду. Ну и? То есть вино не выходит из рюмки? И рюмки. Это только верхушка просто вот ушла, а так она получается... Вино, видишь, закручивает. То есть оно не растворяется в воде, оно держится, из рюмки не выходит. Значит, оно тяжелее воды, и, соответственно, оно не порошковое, а качественное из винограда. И не разбавлено водой. Да, значит, не разбавлено. Видишь, оно даже не вот его шатаешь. А-а-а. Оно даже не... Оно тонет, но оно не разбавляется с водой. Видишь, оно держит плотность. То есть вино держит плотность. Понятно. Ну-ка, ну-ка, попробовать. Если... Не, ну теперь чуть-чуть больше, да? Ты что так? И теперь? Ловысь. Ну и? Вкусняшка. Сколько воды там не попало? Воды не было вообще. Все так понятно. Же, было. Ребят, кому понравился лайк-хак, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем обычная пока. Обычная вода, то есть не кипяченая, никакая обычная вода. И рюмка выше, вода выше рюмки должна быть. Ну все, все, пока. Тонет она, получается, в воде.